Привет, дорогие друзья! У нас намечается пятая часть прохождения игры Dying Light 2. Что очень чудесно, я считаю. Очень чудесно, что мы попробуем постримить пару часиков. Поизучать, вообще подвигаться. Так, профиль. Хопс, хопс, хопс. Сразу же дадим информацию, что у нас стримчик. Это самое главное, это надо делать каждое начало стрима. Это уже чисто классика. Ага, опубликовать. Поделиться ссылочкой. Так, ну что? Давайте. Тихо, тихо, что тут расчерикалось? Ссылочка. Вот сюда. Опс. Так. Чем мы тут у нас? Мы генератор активировали, да? Сейчас сообразим, что тут вообще происходит. Баги бывают у нас на ровном месте. Да, мы вроде пережили тут место, нам помогли тут это настроить. Потихонечку вспоминаю, что вообще было. Так, карта. Так, карта, карта, карта. Добро пожаловать на борт сюжетное задание. Посетим вечеринку, наверное. Тем более мы тут сейчас с миротворцами еще начнем работать. Давай, ну ладно, сейчас походу разберемся. Вообще туплю, конечно. Не помню, на чем мы там остановились. Так, еще надо научиться пользоваться, постоянно забываю этим. Так, броня 3. Лук. Так, торговать, продать. О, да. Это лишнее. Давай сюда. Это явно лишнее. А купить, я не знаю, что у тебя можно купить, чувак. Помни, у нас есть все, что тебе нужно. Мне кажется, ничего не надо. Хочешь чего-то прикупить? Люблю такие штуки. Передавай друзьям, что им здесь тоже будут рады. Несомненно, передадим все друзьям. Несомненно. Так. Блять, как будто вот мы уже отсюда начинали. Либо это сохранение так работает, да? Что ты просто выходишь и начинаешь снова отсюда. Да-да-да, как будто таки мы уже тут. Не знаю, короче. Короче, да. Короче, Максон вообще вовремя начал стримить после тусовочки. Туда соображаю просто. Вот это реально плохо. Да. Очевидно. Очевидно, тусовка. Я помню, что я делал модификации новые на... Кто
кто-то к нам бежит, по всей видимости. Ну вот. Сейчас разминочку сделаем. Так, сходим на тусовочку, наверное. Это же база, точно, точно. Я что-то и подзабыл. Так, ну пойдемте до вечеринки, потом уже вспомним, что надо вообще делать. Как будто таки нам что-то не хватает, да? Так, еще мину можно поставить. Так, а сюда вот здесь прыгнем. Сейчас мы этого качка выдавим оттуда. Я понял, придется с ним замахаться. Он вообще не умирает.
за баги? Так, мне это напрягает немного. Да, по всей видимости, он забавился. Они забагались, да? Это угар. Смузим. Это все, походу, забавно. Да, он тут забавился, типа, и все. Забирай! Забирай все! Ну, походу, это чел у нас просто пока не пройдет. Вообще забавно, забавно. Череночку. Нельзя сдаваться миротворцам без боя. Малой сказал, что хочет завести собаку. А этот самовлюбленный осел, мой муж и твой брат, сказал, так, а что он здесь, типа... он может завести только мужчину. Что у нас тут по торговле? Ни хера не понимаю, туплю. Ты можешь купить все, что продается. Серьезно? А ты решительный. Катана. Так, конечно, продать же, бери. Читаешь мои мысли, пупсик. Да ты это еще та. Штучка-дрючка. Спасибо, что зашел. Так, я готова продать тебе все, что угодно, зайчик. Интересно, почему ты выбрал именно это? Парень, а ты очень умный клиент. Кстати, прикольно, что показывают, где искать это все мое дело. Так, идем на вечериночку. С днем рождения, Данёр. О, так ты все-таки пришел. Вот как. Держи презент. Ты прожил еще год, поздравляю. Что тебе от меня нужно, Гаджо? Ты это к чему? Гаджо. Что ты хочешь? С чего вдруг подарки даришь?
Луан сказала, у тебя день рождения, вот я и... Я понимаю концепцию подарка на день рождения. Ты ведешь себя как придурок. Ага. Ну, начинается. Ладно, в общем, с днем рождения. Может, я и проиграл пари, но зато есть чем поднять настроение. Пари? Не бери в голову. Луан в баре. Так. Сейчас мы к Луан подойдем. Ставим телефончик на зарядочку. И нальем лимонад. Даси, вот лапу тебе задену. И все, потом будешь скулить. Так, красоточка. Лейден, ты пришел! Конечно. Сама же позвала. Я принесу тебе бутылку, чтобы ты нас догнал. Роу, отдыхаешь, да? Слушай, ты же знаешь, как это все давит. Тебе дают приказ, абсолютно бессмысленный, и ты стараешься его выполнить. Я понимаю, поверь. У тебя получилось? Луан выиграла. Выиграла? Какую-то пари? Да, с Даннером. Она была уверена, что ты придешь, а он нет. Казалось, что для нее это важно. Как ни странно. На, Эйден, пей. Лучшая выпивка Николаса. Мы собирались сыграть в игру. Нет, Луан, не собирались. Хватит. Я не играю. А я тоже. Я уже слишком пьян. Ну и слабаки. Эйден, ты играешь? Во что играю? Что за игра? Не волнуйся. Просто напьешься, и тебя унизят. Эйден, чем дольше мы говорим, тем больше времени у этого ворчуна, чтобы слиться. Играешь или нет? Вот так вот. Прости, я не в настроении. Мудрое решение. Я тоже иду спать. Роу ушел. Эйден, ты просто король вечеринок. Ну, я же пришел. Да, и что? Что-то странное оно. Отрывайся. Что-то вообще странное, а? Гаджо, вот ты где! Спасибо. Спасибо тебе за водку. Спасибо. Давай выпьем. За меня и за еще один год в этой дыре. Знаешь, ты не так уж и плох. Я начинаю тебе нравиться? Нет, это просто значит, что есть засранцы и похуже, и что я пьян. Неплохо, неплохо. И все? И все? Я додумал. Так. Что-то я хотел сделать еще. А, я хотел посмотреть. Так, 34, 30, 47, 46. Где? А, или она к покупке была, эта катана. Ёшкин кот. Так, 47, 46, вот, 34.
Так, изменить. Искра, бросок. Так, и что тут еще можно сделать? То, чего в количестве надо сделать. Так, изменить. Тут тоже еще можно что-то сделать, да? Сейчас мы ее лучше прокачаем. Ага. Прокачали дубиночки. Приспособление. Ремесло. Молотов можно и намутить. О. Тряпки надо находить, господи. Так. Так, сколько времени? Так, сбегаем до этих кубиков. Тут что у нас? Просто заставка, типа? Миротворцев тут просто вышечки свои стоят. Ты знаешь, что делаешь? Энергия установлена. Все результаты говорят. Помочь миротворцу. Это побеждение события сделано. Он такой медленный.
Так, ладно, валим отсюда. Здесь тоже можно пообщаться, да? Уверена, у меня ты найдешь тут кучу всего. Никто их не берет, не знаю почему. Так, редкие ресурсы надо покупать. Кажется, уникальный чертеж. Используй новое снаряжение с толком. Так, мне нужен торгаш, мне кажется. Порез. Привет, солдат. Так, я уже не помню, что надо делать. Мясник наш самый сильный враг. Именно он. Тут такое дело. Папа сказал, да, что это любовь всей его жизни. А, да ладно. Ты по-любому не согласишься. Договори. Так, где тут торгаш? Вот еще найти его надо. Полный вперед в золотую славе. Во, катана тоже продается здесь. А вот так улов. Продать. В крайнем случае сойдет за балласт. Это медленное оружие вообще все. Нашел вместе отмеченным крестом. Так, это нахер надо? Я сяду на мель от такого приобретения, но оно мне нужно. Эти вот одиночные, которые слабые, тоже надо продать. Эй, я как раз взяла курс на эту штуку. Угу. Thank you. Чего мне еще взять? Мясная прибалка, граната. В твоей сети попалась ценная штука. У меня хорошие товары, правда? Не нравится, да. Да, кажется, я переборщила. Послушай, ты очень милая и все такое. Что сказать? Фига себе. У МТ есть все, что хочешь. Если они еще там учат все. Я в шоке. Его на закуску, да, дорогая? Хочешь с нами? Втроем веселее? Нет, спасибо. Я тебя смутил. Извини, я часто смущаю людей.
Я подожду тебя, но торопись. Должен признаться, я восхищаюсь твоей настойчивостью. Мне почти любопытно, что ты будешь делать, когда я снова выставлю тебя. Ты пожалеешь. Тридцатилетний односолодовый виски Хайленд. Разлит в бутылке за год до пандемии. Нифига, шарик, блин. А, он решил вот здесь сейчас прибухнуть. Я читал, что один бочонок этого пойла ушел на аукционе более чем за полмиллиона долларов. Ха, какой прекрасный подарок. А, мы же лазили наверх, сохранялись на этой, на башне мы были. Все. К нему за шмоткой ходили. Все, я вспомнил. Да, выпить. Твое здоровье, красавчик. Что я могу сказать? Ты пробил брешь в моей обороне. Наконец-то. Значит, тебе все еще нужны эти лампы. А Мэтт сказал, зачем они ему на самом деле? Да, чтобы захватить телебашню. Стой, ты не шутишь? Он спятил? Уж 10 лет, как никто не пытался это сделать. Ну вот. Попробуем. Видимо, это опасно, потому и нужны лампы. Но для работы ламп нужно электричество. А насколько я слышал, его там нет. Люди уже пробовали захватить ее без электричества. И герои, и дураки. И все они стали кормом для летунов. Это проблема Мэтта. Тебе-то что? Проблема в том, что тут что-то не сходится. Разве ты этого не чувствуешь, Эйден? Десят, влёк, блин. Мэтт хочет подготовиться и защитить город от мясника. То есть нам стоит начать возводить ему памятник, да? Есть одна проблема. Мясник не собирается ни на кого нападать. Откуда ты знаешь? У меня есть свои шпионы. В том числе и среди ренегатов. После окончания войны мы захватили центр города. А полковник обосновался на плотине. И стоит ему дернуть за рычаг, половина города будет затоплена токсичной водой. Полковник не глуп. Он знает, что война станет концом для всех. Тогда зачем мясник напал на закусочную? Она же в центре. Хороший вопрос. Возможно, им отдал приказ вовсе не полковник. Происходит что-то еще. То, чего мы пока еще не понимаем. Интересно, интересно. А что насчет уфэшек? Они-то ему зачем? Джек что-то скрывает. В последнее время он заказывает гораздо больше ламп, чем ему нужно даже с запасом. И часть этих ламп всегда куда-то исчезает. После поставки их никто больше не видит. Зачем Джеку столько уфэшек? А вот здесь, друг мой, и начинается загадка. Джек так и не смог смириться с тем, что не разгромил мясника, когда у него была такая возможность много лет назад. Он знал, что если нападет на плотину, полковник закроет шлюзы, и вода вынесет химикаты из-под земли, сжигая все живое, что еще осталось в этом городе. Патовая Просто. Ситуация сохраняется уже 10 лет. Каждый ждет, когда другой первым сделает ход. Но затем кто-то вдруг включил электроэнергию, и что-то изменилось. И ренегаты напали на закусочную. Я не болтать я пришел, Хуан. Мне нужны лампы. Чтобы узнать, что случилось с твоей сестрой. Верно, Эйден? Я же сказал, что у меня есть шпионы. Возможно, мне удастся что-нибудь узнать о Вальце и о твоей сестре. И о том специалисте ВГМ, с которым вы с Мэттом пытаетесь связаться. Я бы даже сказал, что с моими возможностями я смогу найти этого человека быстрее, чем Мэтт. Я вообще сомневаюсь, что он сможет их найти. Интересно. Бля, бесит. Поможем друг другу. Разумное решение, Эйден. Ты в городе всего ничего и уже выбрал правильную сторону. Я дам тебе лампы. Это избавит Мэтта от подозрений. Но затем ты сходишь в собор.
Там прячется один парень, полный псих, но отличный специалист. Как всегда. Пусть починит эту древнюю шпионскую штучку. Если она заработает, мы сможем поставить жучок на передатчик, который Джек хочет установить на шпиле телебашни. Пусть он делает свое дело. Перехватывая передачи Мэтта, мы узнаем, что он делает с лишними лампами. А знание — это половина победы. Интересно, интересно. Хочешь еще поговорить о виски? Послушай, тут почему бы нет? Тут такое дело. Я тоже так думал. В конце концов, почему бы и нет? Я просто не знаю, хватит ли у меня времени. Да. Так. Будет жесткая катана, прям еще жестко. А теперь отвертим. Напрягай. Здесь Джек Мэтт разберется с погаными ренегатами. Не хотелось бы, чтобы от меня осталось лишь имя на мемориале. Обиделся, петушочек? Что-то как будто пламя не срабатывает, не? Что стало? Интересно, мы можем поменять другую обстановку? Да, можно. Хер знает, сам тебе это все дело выглядит. Так, мне кажется, нам нужен ножик.
чисто поджарили, пацаны. Так, ну вот тут чисто фашечки есть. А это все еще в кон. Боюсь, бедняга не выживет. Подай это, унеси то. Я вам что, мальчик на побегушках? Эти крикуны тут надо. Один из самых преданных солдат. Забавился опять. Куда он убежал? Я не знаю, мне кажется или это. Да, он забавился. Вообще странно, я вообще не понимаю, что происходит. Чё мне с ним делать? А чуваки зачем спустились-то? Он их загасил типа? Да. Этот Бармалей их загасил. Вообще по ним урон идет, нет? Их много вообще, что делать-то в этой ситуации? Луан, я выполняю небольшое поручение для Хуана. Мне что-нибудь нужно знать? А разве что, говорят, там водятся привидения. Привидения?
Чье, зомби? Да, ты прав. Ладно, собор давно заперт, но он весь в строительных лесах. Думаю, ты мог бы ими воспользоваться, чтобы забраться в окно. Все еще хочешь работать на Хуан? Подумаю. Ну, ты уже большой мальчик. Пороемся. Испытание с паркуром. Классик. Человек. Что он тут делает? А, ветряк здесь целый стоит. Я понял, этот ветряк, короче, под ренегатами, его можно захватить. Как нам его бы захватить по красоте? Не нравится мне это. Так. А этот кекс сюда смотрит тоже? Срань.
Я зачем поднимался-то? Так, сейчас там кого-нибудь еще увидим, нет? Попадание есть. Он все равно не может соблезть откуда. Где-то еще есть они? Не впаду спускаться вот. Че, он не видит меня, что ли? Все, с одним разобрались. Вот еще один. Что, как не попадаю? Что не так с этими стрелами? Почему они такие тупые? Очевидно же, не? Так, с одной батареей одну гранату можно сделать, но тоже. Ну, давай. Там чувак что? С огнем проблема? Чистили ветряк, все, супер. Активируйте ветряк. Теперь я хочу получить где-нибудь. Так, ветряк на выбор тоже же, да? Он принадлежит. Понятно, все очень интересно. Мы еще выбираем, кому это, ну,
здесь фракция. Этот ветряк, он никого не достается просто нейтрально. Соборчик. Опа. Снаряжение. Что-то еще, может быть, подчеркнем. Взорвалось что-то, я не пойму. Сам по себе, типа? А, мина стояла. Кто-нибудь придет? Ну давай, давай. Куда взять-то? Почему, да? Тяжело. Угу. Взлом нормально. Опа. В целом-то не настолько прям сложно все делать. Сейчас посмотрим. Вся броня 3. Здесь тоже самое. Опа, броня 4.
все, успех. Я уже только забыл, что нам надо с собой было сделать. А, поговори с чувачком. Он все вокруг живет, да? Интересно, интересно. Как туда забраться? Вот так, да? Парень-то непростой, тут живет. Ёпта. Эти специалисты. Ну, явно где-то там загорают, по всей видимости. Добро пожаловать, незнакомец. Здесь заканчивается твой путь. Многие приходили сюда, но никто не ушел живым. Иногда мне даже любопытно, что вы чувствуете. Примитивные существа, воры, одурманенные жадностью. Среди чудес, которые вам не постичь. Но потом любопытство проходит, и я просто убиваю вас. Что за хрень здесь творится? Эй! Ты здесь? Меня зовут Эйден. Хочу поговорить. Так, носички берем. Почувствуй гнев Лито! Бить не будут сейчас. Так. Так, мина нам не нужна, нам нужно. Нам надо создать ножи. Так, алкоголь надо купить. А то. Сдохни, человеческое отродье! Ёпта, ну, это я проморгал. Лито сделает себе подвязки из твоих кишок. Лито, нет! Ты заплатишь за это, вор! Что здесь, блядь, творится? Я вообще не понимаю. Это давай сюда. Кристаллы у нас все были.
понятно, дверь спокойно откроется. Вот здесь он жил, да? Бедолаги. Попали на такого дебила. Забавно. Прямо как жучок, не знающий, что его сейчас растопчут. Есть для тебя работа. А у меня для тебя сюрприз. Надеюсь, тебе нравится эта комната. Нет, потому что она станет твоим склепом. Эй! Прекрасно. Кабели. Нужно найти источник. Хочу поговорить! Эй! Слышишь меня? Еще не умирает. Багается, что-то не в порядке. Есть для тебя работа! Выходи, ну! А, это только первый кабель надо было отсоединить. Вот я тупой. Взломать ящик, чего у этого психа тут есть? Это еще есть? Кто-то тут дышит. Ну, она объявится. Там еще один кейс. Ты что это за дела? Успех. Вот кто тут у нас не дышит. Надеюсь, это не по нашей душе.
Исследование. Дневник какой-то. Вот, все понятно. Все понятно, лезем дальше. Помощь! Ты влобился ко мне! Ты убил Лито! Что тебе еще? Так, кабель номер 4, да? Нифига у него тут защита мощная. Где же ты? Послушай меня, чудила! Зачем я тебе? Оставь меня в покое! Так. А это что? Я напал. Сейчас мы узнаем, что за херня. Что это, чего Пеля тут творит? Чё, вообще хер доберешься до сюда?
это не пойму. Так, а туда нам... А тут чё? Ну вот. Тоже походу ништяки жить. Вот это тоже надо. Не зря сюда заскочили. Так. Очки боя. Ну, вспомнить. Ой-ой. Ну чё, возьмем, я не знаю. Блокируйте летящиеся у вас снаряды. Вполне полезно. Повыше и чисто по траектории, да, прыгнуть? Ага, успех. Блять, пиздец. Охереть. Сигареты сюда после такого стресса. И он уже свалил отсюда. Еще и тут надо взломать. Мы заберем ништяки, это вопросов нет. Еще и здесь на самом верху. Ему осталось только меня сейчас чисто скинуть. Кассета. Территория Ленинградов. Ничего себе. Тут тоже все, все на замках. Офигеть. Ну это была бы смерть, конечно. Люто. Еще и паркурист лютый. Стой! Скажи моему сыну, что я умер как воин. Сын? О чем ты говоришь? Убей меня! Она ведь за этим прислала тебя.
Понятия не имею, что это значит. Я предлагаю работу. Что? Значит, ты не убийца? Нет, нет, прикинь. Я пришел поговорить. Ты ведь инженер? У меня есть имя. Курт. Что тебе нужно? А, про жучка. Так, кто хочет так убить? Что за женщина хочет тебя убить? Вагина дентата. Пизда с зубами. Вот так вот. Что? Сука, которая хочет, чтоб ей принесли мои яйца на тарелке. Так, понятно? А, понятно. Я могу помочь. Ты не знаешь, насколько она опасна. Я же справился с чудовищем. Лито? Да она просто баллонка с микрофоном по сравнению с ней. Кто ты вообще такой? Я бисер, что мечут перед свиньями. Я король без королевства. Я трагедия во плоти. Ясно. Ты сказал, у тебя сын? Ничего непонятно. Его забрали у меня, как и все остальное. Я тебя понимаю. Ха, плюнь в любую сторону в городе и попадешь в человека, потерявшего близких. Ладно. Ты что там тебе было нужно? Прикольно. Я хочу установить жучок на радиопередатчик, но его надо починить. Я в долгу не останусь. Без запчастей не починить. Каких? Обмотки конец. Ты можешь найти замену в Северной башне. Военные оставили там свое снаряжение. Как его найти? Оно должно быть защищено от непогоды. Так что ищи под антенной. Ясно. А что хочешь взамен? Оставим это на потом. В качестве сюрприза. Я не люблю сюрпризы. Удачи! Понятно. Так, с ним не пообщаться, да? А что это за место? Самый большой храм страны. Люди верили, что внутри живет Бог. Но я сижу здесь уже лет 10 и пока его не видел. Вот до чего там желтое было нарисовано, вот мы туда сейчас полезем. Че этот паркурмастер-то дальше что не ходил? Огромное здание. Ну, те, кто его строил, верили, что они так будут ближе к Богу. Но когда началась эпидемия, это никого не спасло. Почему ты убил миротворцев? Я никого не убивал. Я защищался от тех, кто хотел меня ограбить. Ты разве не делал бы то же, если бы вломились в твой дом? Не знаю. У меня нет дома. Так, чуть для себя что-то новенького пооткрывали. Каждый раз очкую, когда прыгаю. Лесенка. Что-то надо сотворить, по всей видимости.
туда. Как сделать так, чтобы мы могли забраться? Покрасить все понятно. Здесь дощечка все усложняет. Ага, все понятно. Не надо изобретать велосипед, значит. Но вообще тупо вышло. Почему-то с первого раза он сбился. Пиздец, какой трудный подъем. Чудесно, да? Шедевр архитектуры, вершина достижений и венец славы наших предков. А мы карабкаемся по нему, как мартышки. Нашел. Молодец. Вижу, тебя трудно обескуражить. Да, я упрямый. Хорошо. Возможно, ты мне пригодишься. Возвращайся. Так, и что, тут нет никакого ништячка даже? Нашел? Хорошо. Подожди минутку. Какой мастер вообще? Уже готово? Было несложно. Ладно. Что за сюрприз? Что ты хочешь взамен? Спасти сына. Ты мало что можешь мне предложить. Стоп. Что? Я программист, живущий среди людей, которые только едят, срут и спят. Нормально. Что ты можешь мне предложить? Свиную шкуру? 5 бутылок самогона? Сюрприз в том, что я сделал это за твою дружбу. Я польщен. Ого, вот это сюрприз. Я польщен. Ага. Ты обошел мои ловушки. Справился с защитой. Давай доверять друг другу, Эйден. Это и будет моей наградой. Хорошо, Курт. Им спасибо. Ничего себе. Угу. Вот такие пироги получаются. Хуан, Курт починил жучок. Я знал, что ты справишься. Этот тип живет в каком-то своем мире. Я говорил тебе, что он немного не в себе. Вот почему я не люблю оставаться в одиночестве. Не хочу, чтобы такое случилось со мной. Что дальше? Только не по рации. Приходи ко мне на корабль. Что такое, это тоже хитрый жук, я не могу сказать. Yeah!
чудовище вообще вылезет. Чё за... паркур-мастер, блин. Территория. Что, погнали дальше? Что они здесь вообще делают? Что точку-то захватывать? Чтоб, короче, их тут меньше было. Шлепаны всяких. Прыгай. Прячутся. До падения моя семья жила в правительственном жилье в Хаунтфилде, в таком уродливом послевоенном здании. Я, мои родители и брат. Мне тогда было 16. Однажды мы вернулись домой, а на пороге нас ждал огромный черный кот. У него на шерстке было пятно, на луну похожее. Сидел на пороге так, будто это его дом. Надменное создание. Завидев нас, он зевнул, вытянул лапы и встал у двери. Что интересно будет? Мол, вы открывать собираетесь? Мама его погнала. Ага, мне бы такую бабу. Она бы и тебя погнала, старый ты хер. Заткни пасть и не перебивай. Вот ладно, господи. Следующим утром мы открыли дверь, а котейка тут как тут. Моментально прошмыгнул внутрь. Естественно, вообще мама припал. Опять его познала. Но после этого... Да, это
Там снова драка. Так, ну что, погнали на эту посудину. Не бойся, ты вышел на правильной остановке. Весьма впечатляет. Я бы не рискнула с тобой связываться. Ой, так, вот и не рискуй. Тебя следует опасаться. Модификация на оружие. Это точно тебе пригодится. Так, базу надо улучшить. Человек, у которого есть вкус. То, что нужно всем и каждому. Спасибо, с тобой было здорово так, иметь дело, дружище. Это редкие чертежи. Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Да, беру. Мне вот этого говна не надо. Купить. Купить. Ты бы у вещи продает. 1400, нихера ты хочешь. Отлично наварилась. Возвращайся за товаром для моих. Так, тихо. Надо подумать. Так, вот это вот я научу. Интересней. Угу. Извини, но я в любом случае не смогу с тобой пойти. Каждый говорит, что они продлевают вам жизнь на 3 минуты! Я не виновен! Вы всем всех идем до этого дурочка. Вот, работает. Да. Тише. Иногда и у стен есть уши. Ты знаешь, что это, Эйден? Хавчик. Похоже на гранулы, картечь. Диоске тристе. Это яйца, Эйден. Мелкие вылупятся в цыплятке. Это рыбьи яйца. Белужьи, если точнее. Прямо из Каспийского моря. Говорят, это единственная настоящая икра в мире. Просто тает на языке. Почувствуй вкус темных волн глубокого моря в далекой стране. В этом мире много красивых вещей и прекрасных ощущений. Классных парней и красивых девушек.
Но мрачные ворчуны не замечают этого. Они убивают ради будущего и забывают о настоящем. Они? Прежде всего, майор Мэтт. Пожалуйста, присоединяйся ко мне. Я позаботился о лампах. Мэтт не сказал тебе, зачем ему лампы там, где еще нет электричества? И как он собирается все провернуть? Вот о чем я думаю. Свяжись с ним. Скажи, что лампы будут доставлены к телецентру. Мэтт, лампы готовы и ждут тебя. Я понял, Эйден. Молодец. Надеюсь, Хуан не доставил тебе хлопот. Хуан сказал, в телецентре нет электричества. Зачем нам УФшки, если не можем их включить? Ха, Хуан просто несет чушь. Не волнуйся. Хуан погавкал на меня, но я разобрался. Хороший подход. К бешеным псам лучше не подходи слишком близко, а иногда их проще пристрелить. Эйден, нам нужно встретиться и поговорить о том, как заполучить эту антенну. Жди моего сигнала. Понял. Тебя. Как видишь, Джек любит отдавать приказы. Да. Держи под рукой свою рацию. Скоро тебе сообщат о встрече. Ты же Эйден, так? Если видеть отчеты, из тебя будет отличный миротворец. Факт переломит ход войны. Инженеры миротворцев сейчас работают над сигнализацией и электрическими ловушками. Бесит, что ты когда кого-то убиваешь, короче, они вот так вот просто появляются и все. Помоги,
Думаю, было бы неплохо захватить ветер. Вот это залупа. Потому что они рядом типа находятся. Что-то не по. Нифига себе, ветряк охраняется как. Или что это? Чего? Дважды. Так, как нам бы вверх по вертикальной стене было подниматься, то тогда. Знают, как управлять магазином, правда? Жжешь, гражданин. А вот купить у тебя ничего интересного и нету. Потрясающе! Возвращайся, если решишь пополнить запас. Повсюду одно и то же. Место.
книжку. Странно, что заблокировано. Так, друзья, я думаю, что на сегодня, наверное, 2 часика хватит стрима, потому что я... Айдер все еще в коме. Боюсь, бедняга не выживет. Не зерно, просто соображать. Да, там вроде если чем-то заниматься, там надо будет время, короче, больше. Я что-то, друзья, не готов. Так, чуть-чуть побегали, чтобы было. Хайлайты все будут в следующий раз. До новых встреч. Что-то я не готов. Меня спать работать.